Чё хотел? Мне там немножко металла, куда можно сдать? Металл привёз, что ли? Чё ты, нифига, на ней, что ли, в багажнике? Да. Вон, подъезжай туда, вон. Вон, задом там, выкинешь потом. Давай. Туда, да? Ну, вон, здесь подъезжай. Выкидывай из багажника, да и всё. Задом подъедешь. О, парни у нас здесь работают. Крановщик он, а, на хапуге, накуренный пацан. Оба, нихуя, смотри, что делает. Бля, перепутал, нихуя. Смотри, смотри, что делает. Бля, так он металл приехал сдавать, ты че? Самцы научились действительно обманывать самок. Они приносят им подарки, завернутые в паутинку, например. И некоторые самцы заворачивают в паутинку вовсе не что-то вкусное, съедобное, а какой-нибудь мусор. Например, там собственный экскремент. Завернет паутинку, дает самке. А пока та возится, ковыряется, эту упаковку пытается раскрыть, разорвать, он уже свое дело сделал. А что, дай косарь. Отдай. Отдай бабло. Мамочка. Отдай. Бабло отдай. Сейчас порвет. Арчи, отдай косарь. Отдай косарь. Оборвал его. Подрались. Do it. Just do it. Make your dreams come true! Ага. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так, Виталик. Да, я так и думал. Эти вечера. Скорее умру, чем отдам кольцо в руки эльфам! Нацист! А что это нацист? Что нацист? Нацист! Нацист! Это нацист! Арестовали! Я считаю, что Новый год – это праздник такой, что нельзя с этим отмечать. Можно в кругу семьи отметить, но не без этого. Но никак не с водкой. Ну, давайте выльем тогда. Выльем. Ну, конечно. Вот сюда и выльем. Да, пожалуйста. Давай сюда. Что испытываете вы сейчас, когда выливаете отраву, яд? Я даю радость. Вот это. Радость? Да. Благодать чувствуете? Конечно, благодать. Я говорю, это скорее теннисный матч. Ну что, погнали, пацаны? Крестимся, молимся, там пристегнуто. Все. Готово? Я запомнила, да. Lexus конченый, дорогой в обслуживании, братан. А Toyota RAV4? Toyota уёбищная, помни, красивая, блядь. Понял, братан. Ребят, дайте помогу. Каха, смотри, какая конченая Infiniti. Мы сняли, как он скотч на глаза налепил. Мы сняли, как кувалдой он ящик разбил. Вот парня не учила, совсем наливал.
думающая женщина должна поддерживать, постоянно хвалить своего мужика, говорить, что он самый лучший, да ты вообще молодец, и своевременно сосать. Вот это рецепт семейного счастья. Она должна быть как... Соси отечественное! Соси отечественное! Не ищи на стороне, а соси в своей стране! Соси отечественное! Ну зачем сосать чужое, если есть свое, родное? Устройство, контролирующее все военные спутники в мире. Вот так вот. Угодило в руки четырех очень плохих парней. Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, речь идет не о введении каких-то санкций за гомосексуализм, либо за ну, в общем, понимаете, да, что. Здравствуйте. Вы позвонили в полицию. В целях повышения качества обслуживания все разговоры с оператором записываются. Извините, в настоящий момент все операторы заняты. Оставайтесь на линии. Первый освободившийся оператор примет ваше сообщение. Вот так, ребята. Толку нет звонить. Надо самим что-то делать. Решать свои проблемы. Все, мое терпение кончилось. Не переживай, я страхую. Отличная техника. Просто превосходная. Глубже, глубже. Да. Да, вот так. Я заняла 18 место в чемпионате фитнес-бикини город Копеек. Сейчас я продаю платные консультации и веду персональные тренировки. А что такое БЦА? Пацаны, пилите пружины, нахуй бы они нахуй не нужны. Хорош! Значит, в этот Новый год я готовил, брал чай, значит, пачку чая взял, складывал в кастрюльку, заливал водой и очень много-много вываривал долго-долго до такой, знаете, тягучей смеси. Вот. Потом просто капельками добавляете в чай. И очень сильный такой тоник, знаете, как будто вас вообще штырит, колбасит. И вы бегаете прямо, работаете, у вас прямо жажда деятельности. Просто вообще, просто. Так, а что еще просто... было на новогоднем столе? Вот, на новогоднем столе я больше не помню, что было, потому что я после этого чая ничего не помню. Вот. Ну, что традиционно готовите на Новый год? Рыбу, мясо, курица, кролик? Нет. Мы собираем разные травы, их вывариваем. Потом это все снова в этой куче смеси и в чай добавляем. А потом это опять тоже все штырит, колбасит, короче, бежишь просто вот так. Вообще невозможно. И потом ничего не помнишь. Всем пока. Меня бьют в своей квартире, насилуют в извращенном виде. Работники правоохранительных органов мне ни капли не помогают. Я потеряла имущество, у меня украли ювелирные изделия, испорчена внешность, обскоб, как говорится, падают зубы, вылетают. Кошмар такой. В полярных зарях устроили надо мной потеху, там такой ужас был, кошмар. Я в балаган с этим еще православием так попала. Каждый раз плачу, как говорится, обливаю слезы. Надо мной кто хочет, раздевают нижнее белье, пинают, развлекаются, что можно устраивают. Прихожу в слезы, полицию, полиционер Щельма самый настоящий, меня выталкивает из зала суда, прям выгоняет. О, давай! Как красивый, мальчик. Ёбаный драчун, на кого ты наяриваешь, мужик, беги.
третьего дня. Все вазы. Вы нарушили сегодня, были в церкви? Ваш водитель нарушил сегодня. Ничего, слава Богу. Поехали. Дадзяхао. Добрый день. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Вы должны снимать ход процесса, а не меня крупным планом. Как... А почему вы стесняетесь? У меня не накрашены губы. Будешь с нами жить. Будешь печку топить. Идиот, дурак! Ты дарас. А что я тебе скажу? А что я тебе скажу? Не будь принципиальным, взрослый мужик, блядь. Ну так ты же должен... А и рот ебал! Так ты что же... А ты никто, ебан, именем не прикрывайся, блядь. Да я нигде не прикрываюсь. Вы знаете, это чертила, чертила, которых не было вообще. А, это чертила конченая, которая ездит на Мерседесе и строит из себя правильную личность. Прикрывается тем, что он там родственник Путина или кого, я не знаю, на. А ну-ка скажи ты, ибо я его просто обоссал бы. Да, я попробую. Если ты сломаешь, Дима меня расхерачит. Окей. Самый умный. А может вообще наоборот? Он уже снимает. Ну конечно. Ну да? Да, и что он, по-твоему, снимает? В смысле, все? Да? Стоп, не, ну по большому счету это так ведь висит. По большому счету, как Дима его вешал наоборот, интересно? Я тебе говорю, потому что вот эти вот палочки, они же держат его. Он так не должен быть. Так, блин, он так не должен быть. Вчера он его вот так вешал. Значит, вот эта вот штучка крутится. Как она уже ни хрена не крутится. Колесиком крутится? Да ну нет. Да, и так вот делать как-нибудь. Да нет. Погоди, боком вот так вот сделать. Да вот он у него висел, он ничего не трогал. Вот так как было, оно так и есть. Вот как бы так оно и есть. И ничего не делает. Просто как он его... Ну и посрать мне. Без видеорегистратора поедем. Не работает, что ли? Yeah.